В Кашире всем миром собирают средства на памятник фронтовому самолету Як-9. В истории повторяется. В 1943 году местные школьники заработали на фронтовой истребитель для своего земляка. Александр Иванович Выборнов, летчик-истребитель, герой Советского Союза, сегодня снова ждет новый самолет. Принимает посильное участие в работе по проектированию памятника. Вспоминает историю. В 1943 году по 50-70 копеек каширские школьники собрали 72 тысячи рублей. На эти деньги построили именно Як-9 с надписью на борту Выборнова от каширских школьников. Событие вот этой каширской войны, она уникальна. Больше нигде в стране нет таких подобных вещей, чтобы дети собрали деньги и летчик летал на самолете, изготовлен на деньги детишек. За годы войны Александр Выборнов в общей сложности совершил 190 боевых вылетов. Принял участие в 42 воздушных боях, в которых сбил 28 самолетов противника. Несмотря на полные 93 года, сегодня Александр Иванович активно участвует в общественной жизни Каширы. Написал книгу воспоминаний. Командир полка говорит, всем просушить парашюты. А парашют, когда просушивает, обязательно принесут свои летчики, перекладки. Мой парашют, когда развернули, а там купол обрезанный. И вместо купола маскировочная сетка. Несколько лет назад в районе родилась идея установить памятник легендарному каширскому школьнику. Идею пилот одобрил. Приступили к разработке эскизных проектов, начали выбирать место. Самолет поднимут над землей почти на 10-метровую высоту. Вокруг благоустроят мемориальный комплекс. В целом это место должно быть значимое для города. И, естественно, там можно проходить разные мероприятия, в том числе и могут свободно подъезжать и свадебные кортежи. Памятник планируют заказать на одном из предприятий Минска. Однако сегодня такая копия почти 12-метрового самолета обойдется в 1 000 000 рублей. И снова у каширян есть возможность принять участие в сборе средств на фронтовой самолет. Каждый желающий может перечислить средства на счет благотворительной организации «Каширы 650».